Сегодня проводим спортивный фестиваль на пляже Небо на Безлюдовке. По формату фестиваль рассчитан на пару часов. Будут у нас показательные выступления от разных клубов Харькова. Несколько будет схваток по грэпплингу и 5 профессиональных боев по правилам профессионального панкратиона. Даем возможность дебютировать спортсменам в профессиональной лиге. Решили организовать здесь на пляже Безлюдовка сборы. Около 2 недель мы здесь готовились к боям. Я всех ребят с Харькова приглашал. И в конце сбора мы решили сделать тут турнир совместно с Панкратионом и Академией боевых искусств. Честь, Старую гвардию собрали совместно. Для нас это огромная честь развивать спорт в Харькове. Это наша цель. Вести вперед спорт, поднимать и стремиться вперед только. Бойцы, которые принимают участие в следующих соревнованиях, показали хороший уровень своей подготовки. Так что надеемся, увидимся. Очень хорошие, зрелищные финальные бои. Сегодня провел второй бой. Очень рад, что одержал победу. Первый бой неудачный, не совсем проиграл. Второй вот реабилитировался, выиграл. Слава богу, все хорошо. Соперник дал возможность. В первую очередь тренера поблагодарить хочу. Вова Катыхин, мой тренер. Хороший человек, наставник мой. Спасибо ему большое. Второй тренер есть в зале, Саша Маковоз. Он создает все условия, чтобы тренироваться, выступать. Хорошо помогает в организационных моментах. И тренер есть еще, девочка Даша, тоже помогает растягиваться, заниматься. Спасибо им большое. Организаторам спасибо большое. Почаще пусть проводят такие турниры. Спасибо.